Международные сборы по спортивному программированию стартовали сегодня в ПТРГУ. В этом году в соревнованиях принимают участие 75 команд из 36 университетов 11 стран мира. В Карелии построят IT-парк за 4,5 миллиарда рублей. Там разместят технологический инкубатор, центр обработки данных и вычислительный центр. Деньги на строительство выделят из республиканского и федерального бюджетов. В Минздраве Карелии подвели итоги первого месяца работы Петрозаводского вытрезвителя. В январе там побывали 47 человек, среди них 39 мужчин и 8 женщин. Самому младшему доставленному 21 год, самому старшему 70 лет. Над селом Ведлозеро Пряженского района вновь увидели НЛО. Светящийся шар сняли на видео очевидцы. Местные жители утверждают, что пришельцы посещают эти места с 1928 года. Началась продажа авиабилетов из Петрозаводска в Минеральные воды. Самолеты на Кавказ начнут летать из карельской столицы со 2 апреля. Перевозками будет заниматься компания «Северсталь» на самолетах «Сухой Суперджет-100» по воскресеньям.